Большая боксерская семья Самары собралась в стенах городской думы. Среди приглашенных – заслуженные тренеры и их воспитанники. Александр Елицов со спортом дружит с детства. Много лет занимался футболом. По совету брата записался в секцию бокса. Хотел стать сильнее. Вот уже 10 лет усиленно тренируется. В прошлом году победил на областных соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта. Уверен, интерес молодежи к боксу растет во многом благодаря появлению бесплатных секций. Сейчас я в основном тренируюсь, что это на Дзержинке. Там есть зал. Раньше там не было, а сейчас теперь там разрешают тренироваться. То есть зал, все там устроили, то есть бесплатно туда приходишь, тренируешься. Это очень хорошо. Для популяризации бокса в Самаре проводится большая работа. Ежегодно проходят городские и областные соревнования. Только в проекте «Лето» в боксерских перчатках в прошлом году приняли участие более 500 самарских мальчишек и девчонок. В городе открываются новые тренировочные площадки, вовлекают и школьников. Так принято решение организовать занятия боксом в кадетском училище, как это было когда-то в Суворовском. Чтобы быть исторически справедливыми, там, сделали все, чтобы такая секция появилась. Сейчас там Севрюгин тренирует, мальчишки ходят. И для них, как для будущих офицеров, конечно, очень важно сейчас вот заниматься спортом. За большие достижения в спорте юные самарские боксеры получили благодарственные письма и подарки от городской думы. Лариса Шалафат, Станислав Левин, «События».